Дружище Тяночка или просто прохожий, всем привет, с вами Слобрис, и сегодня мы поиграем в пародии на CS 2. Итак, первый раз, который мы начнем, это Critical Strike 1.6 FPS. 320 тысяч плюс игроков. Настройки, бассейн, D2, D2. Чисто группа D2 новая такая. О, нашлось. А чё так гром? А кто я? Я Арсен? Как? Давай. О, минус 35. О, первое убийство. Есть. Yes. Хаешки есть. Ну-ка. На. На тебе второй раз. Все, типа, мне теперь только на нож выходить. А все, меня убили. Шутерский командос. Ну-ка. Ух ты. Найдите ноутбук. Ну, я сейчас на нем. Ну ладно, пойдем. А прям, блин, это прикольно. Мне нравится это. Ладно, давайте мы пойдем соберем ноутбук. Аккуратненько. На. Да, тебя плоха. Реклама? Какая реклама? Я ноутбук нашел. Нет? А, ладно. Поехали, найди коробку. Ладно, давай найдем коробку, мне интересно. И проход. Есть. Возьми РПГ и уничтожь танк. РПГ. А где? В любой беде поможет всем. Люсьен. А! На, нахер. Найди ключ. Сейчас найдем, брат. Для тебя все что угодно. Раз ты мне дал РПГ в руке, я тебе доверюсь. Пойди, я могу туда РПГшку взять? На нахер. Да, могу. А, у меня все это время был калаш? Это не ключ. Ключ повыше, да? Да, у меня все это время был калаш, серьезно. Либо мне только сейчас его дали. Ладно, брат. На, брат. Сдох. Ключ. Открой сарай. На. О, все. Ладно, это было интересно. Пойдем дальше. CS 1.7. Количество ботов, легкость нормальная. Старт, поехали. Ой, а чё у меня так лагает? Чё у меня так лагает CS 1.7? Понял, и что вы мне предлагаете сделать? А где они? Чё? Чё-то это... Какая-то не срадится. Есть. Опа. Так, очень... Давай, мы сейчас снизим его. Порвем раз, два, и сейчас он выходит. Перезарядка. На! Второй попали. Есть! Че, а? Будешь еще лезть на меня? Оп, плюс патроны. Поехали, блин, меня убили. Это печально, но это очень странный и непонятный кусок говна, который... Все, что у нас остается, это то, что закрыли, но охота всем поиграть. CS GO. 49 тысяч онлайна. Играть. Враги. Алёша бот. Чика бот. Начать. Что? Ага. Чё? Это что такое? Тут можно бы хопить, я не знаю. Ема! Чё? Куда я попал? Ладно. На. Я тебя... Go.
Поехали, я думаю, убили, а где второй? Где? Давайте. Найдем его. Ну-ка. Во что я играю? Где? Где он? Я его найду, На. Так. А, вот, с этих двоих будут стрелять, да. Ну-ка, а где он? Я тут для всего прыгал. Не знаю, это какой-то слэшер CSGO. Безумная дичь, в которую... Где я? В которую играют только сумасшедшие психики, у которых кончились психоделики, и единственный выход поиграть... Вот что-нибудь это, но... Больше я не понимаю смысла играть в эту игру. Ой, захейтил как только мог. Как только мог ее захейтил. Поэтому вот, да, вот... Что же, вот такой вот видеоролик получился. Надеюсь, вам понравилось данное безумие. Вы наберете лайк, подпишитесь на мой канал, если вам интересны данные видеоролики. Ну, с вами был Слава Брейс, а я не прощаюсь.